Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина приглашает на концертную программу «Вчера, сегодня, завтра», которую представит 16 ноября в культурно-спортивном центре «Мечта». Шедевры мирового джазового наследия, шлягеры советской эстрады, лирические баллады, патриотические композиции исполнят солисты оркестра. Специальным гостем станет заслуженный артист России, актер театра и кино, сценарист и ведущий, автор и исполнитель Сергей Маховиков. Начало концерта в 17 часов.